И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бородатая Курица. И сегодня, ребята, будет видео, не по моей теме, не по нашей с вами любимой игре. Сегодня видео будет про Майнкрафт. Надеюсь, вам это понравится. В общем, приятного вам потра. В общем, смотрите, я тут отправился в поход. Решил я отдохнуть. Побывать в лесу там. Костер разжечь там, отдохнуть, в общем, там палатку развести. В общем, решил устроить себе такой небольшой пикник, отдых, можно сказать. И вот, в общем, я уже тут собрался, вот я уже тут все взял с собой, тут вот куча воды, карту, чтобы не заблудиться, вот костер, кровать, желтую кровать, и сейчас желтый мой любимый цвет. Вот тут пластинки взял, чтобы от скуки чтобы скучно не было. Там музычку послушать. Вот еду тут я взял. Вот. Как это называется? Подзорная труба, я уже и забыл. Каменные инструменты тут, в общем. Снарядился по полной, можно сказать. Ну что ж, погнали в путь. Так, ладно, давайте с вами пойдемте дальше. Ого, уже ночь наступила. Нифига себе, как быстро. Ладно. Блин, я даже не заметил, как ночь наступила. Ладно, давайте с вами костер разведем, что ли, если ночь уже наступила. Так, давайте куда-нибудь с вами отойдем. Давайте тут, в принципе. Да, давайте тут. Так, вот, отлично. О, как тепло. На улице где-то... Короче, на улице холодно. На улице что-то холодно стало как-то. Ночь наступила, а сразу холодно стало. А днем было вообще тепло. Можно сказать, даже жарко. Несмотря на то, что у нас осень сейчас. Ладно. Так. Надо покушать. Какой вкусный супчик. Тушеные грибы. Люблю грибы. Так. Миску можно выкинуть. Она мне уже не нужна. Хотя не пригодится. Мало ли, если, воду там набирать или еще что-нибудь делать. Например, если молока хочу попить, можно набрать там, из коровы. Так, надо посмотреть на карту, что там у нас. Все понятно. Рядом со мной, неподалеку со мной ручеёк. Дальше идут горы. Понятно всё. Я нахожусь в еловом лесу, я так понял. Так, понятно. Ладно, мне кажется, уже пора собираться. Блин, костер. О, мне уголь как раз пригодится. Ладно, пора отправляться дальше в путь. Так, идем. Опа-на, что это такое? Нифига. Стоп, я не понял. Ага! Лол, что это такое? Господи, тут череп! Блин, капец, тут... Капец, тут кровь, Ну ты чё, не входить или умрёшь? Да ладно, что это за дом такой? Стоп, я не понял. Что это за дом такой? Капец, он странный какой-то. Нет, смотрите, тут стекла, блин, выбиты. Как будто тут какая-то война, блин, происходила. Битва какая-то. Капец, тут черепа с кровью валяется. Блин, жесть. Это что, дом маньяка какой-то? Я вообще не собираюсь убегать от какого-то маньяка. Я просто хотел спокойно отдохнуть. В итоге я наткнулся на какой-то, блин, заброшенный дом, ёкарный бабай. Ой, это что там? А, это костюм там. Блин, слушайте, стрёмно мне как-то очень. Блин, а что будет, если зайти сюда? Нет, давайте ради эксперимента сюда попробуем зайти. Потому что мне очень интересно. Судя по табличке, мне ни в коем случае нельзя туда ходить. Но все-таки я попробую сюда войти. Ладно, погнали. Ой. Блин, капец, как стрёмно. Так, ладно. Так, надо закрыть дверь за собой. Так, все. Блин, капец, тут стрёмно. Блин, тут кровавые свечи какие-то, ковер тут стрёмный. Весь изляпан в красных пятнах каких-то. Чё такое? Фу, как воняет тут. Блин, опять эти черепа гребаные. Это чё?
А, это блоки музыкальные. Так, тут сундук нижней полки. Так, ладно. О, а чё в бочках? Да, они пустые, наверное. Да, они пустые такие есть. Блин, интересно, а чё на втором этаже? Блин, не, мне, если честно, реально стрёмно. Короче, пофиг, я ухожу отсюда. Так, не понял. Почему? Какого фига двери не открываются? Алло, стоп, я не понял. Почему двери не открываются? Блин, что за прикол? Стоп. Блин, они не открываются. Может их выбить попробовать? Блин, не, их никак не выбить. Чёрт, да как они... Почему они не открываются? Я не понимаю. Блин, такое ощущение, как будто их кто-то запер там. Ну, снаружи их кто-то закрыл. Может, там кто-то есть? Не, по-моему, там никого нету. Блин, капец, двери вообще закрыты. Как будто клеем приклеены. Блин, мне стрёмно, да, на второй этаж идти. Ладно, давайте хотя бы тут осмотримся. А чё за книги тут? А ну-ка. Так. Это простые книги. А ну-ка. Так. А, это какие-то... Короче, это какие-то древние книги. На непонятном языке что-то написано. Короче, ну его в баню, я не собираюсь это читать. Пускай тут лежит. Блин, тут свечи. А, тут два сундука. А что в этом сундуке? Опа, вот он. А, в этом сундуке тут пластинки, они все разбиты, кроме одной. А давайте послушаем. Так, первое. И... Господи! Что это было? Блин! Мне страшно, пацаны. Не, ну нафиг, идите в баню. Блин, мне страшно. Капец. Блин, кто там? Это волк там? Стоп, это волк? Не, волка там вроде нету. Блин, капец. Так, ладно. Не, ну поблизости я в окне поблизости никого не вижу. Что за пластинки? Ладно, давайте тогда эту оставим. Давайте тогда хотя бы, разбитую послушаем. Хотя вряд ли что я услышу в ней. Да, все так же не работает. Ну, в принципе, не чувствую ожидать. Так, а что это в руке? О, господи, тут дофига кровища, капец. Так, это что? Деревянная кирка, серьезно? Так, тут кровь, кровавые свечи. Это что такое? Зелье исцеления? Серьезно? Давайте выпьем. Ну, со мной пока что все нормально. Надеюсь, я не сдохну. Надеюсь, не отравлюсь. Блин, а что у этих бочков? Фу, капец, как там воняет. Фух, ладно, погнали на второй этаж, что ли. Так, ладно. О, блин. О, капец. Что происходит? Капец. Так. Блин, жесть просто. Капец. Тут факела. Так, тут кровь. Блин, мне кажется, ли тут какой-то ритуал проходит. Ну, проходили. Тут какой-то ритуал проходили. Капец. Смотрите. Вот из этого котела. В этом котеле кровь. Смотрите. Смотрите, вот эта вот кровь из этого котела вот так вот идет. Затем, через разбитое окно. И вот, смотрите. Вот. Вот отсюда кровь идет, и вот внизу тут, тот самый скелет. Ну, череп, точнее, труп, короче, там. Мне кажется, или кто-то пытался отсюда сбежать, но у него этого не получилось. Не. Я на всякий случай закроюсь тут, мало ли чего. Так, ладно, блин, тут странно, тут картина какая-то. О, уже утро наступает. Ладно, хотя бы не так уж страшно будет. А что за картина? Блин, нет, за картиной еще нету. Так, ладно, это что? Фу, блин, как тут воняет. Это что, блевота чья-то? Ладно, неважно. Так, окей, тут какие-то флаги вот с черепами, вообще стрёмно. Так, тут сундуки какие-то. А ну-ка, а что? Так, а что в этом сундуке? Давайте в этом сундуке посмотрим. Так, тут, как обычно, тут кровяка простая. Весь сундук в крови измазан. Это что такое? Факел. Так, ладно, а что за топор? Топор маньяка.
Нифига себе. Не, мне уже интересненько. Не, я этот топор себе оставлю на память. Все, идеально. Топор маньяка? Да. Капец. Блин, но маньяка поблизости я нигде пока что не увидел. Наверное, он куда-то смылся. Ну, возможно, он ушел из этого дома навсегда. Или, возможно, куда-нибудь я пошел, ну, в какую-нибудь деревню. В деревню там, например, посещать людей. Ладно, неважно. А чего там в сундуке? Так, что тут у нас? Кости, листы бумаги. Это что такое? Опа, что за книга? Тут знаки вопроса. Автор, неизвестный автор. Неизвестный автор, что? Да ладно. Стоп, давайте почитаем. Офигеть! А ну-ка, что тут написано? Так, привет, я выживший, который сбежал из этого дома. Если ты это читаешь, значит тебе тоже... Значит, тебя тоже поймал этот маньяк. Я написал эту книгу, чтобы помогать остальным выжившим, которые попали в лапу маньяка. Итак, когда ты заходишь в его дом, то двери блокируются, и чтобы их снова открыть, тебе надо найти в доме маньяка 5 осколков волшебного камня для того, чтобы открыть эту дверь и избежать. Желаю удачи. Выживший номер 352. Офигеть. Капец. Многие люди попадали, значит, многие люди находили этот дом. Капец. А ну-ка, а что там дальше? Так, а ну-ка, листаем дальше. Господи. Помоги. 666. А ну, понятно, а что там дальше? На первой странице беги. Второе. Привет, я выживший номер 922. Мне кажется, что это последняя моя запись. И, о нет, он идет сюда. А что дальше? Привет, я выживший номер 642 и 666. Help. А что дальше? Капец, что это такое? Тут какие-то символы непонятные. А, это конец. А ну-ка. Блин, капец, чё за паранормальная фигня тут происходит? Тут какая-то книга. Тут, наверное, выжившие писали книги, ну, чтобы помогать и остальным выжившим, как отсюда выбраться. Я так понял. Пойду осмотрюсь тут. Так, короче, слушайте, я обошел весь дом, ну, вдоль и поперек, короче, я все этажи исследовал, и так я не нашел этого маньяка. Ну, ничего такого паранормального я не нашел. А может, есть секретный третий этаж? Подвал? А, нет, подвала нигде нету. Понятно. Ладно, короче, тут никого нету. А ну-ка, входим. А, чёрт, кто такой?